пироги сладенькие, а у нас гостики во дому, а у нас гостики во дому, словно солнышко в терему, словно солнышко в терему. Дорогие гостики, счастья вам, дорогие гостики, счастья вам, что приехали в гости к нам, что приехали в гости к нам. Спасибо. Ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, расстилается народу ворот, народу ворот, народу ворот собирается. Пойду, молода, пойду, молода, пойду, молода, в сад зелененький. Цветите, цветы, цветите, цветы, цветите, цветы, все назойливые. Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, едут ко мне гости дорогие. Ой, будут они, ой, будут они, ой, будут они гулять по садочку. Ой, буду срывать, ой, буду срывать, ой, буду срывать сладкую ягодку. Меня молоду, меня молоду, меня молоду все похваливать. Ой, ударили, ударили, ой, ударили, ударили. Давайте поблагодарим наших участников, они вам еще скажут, если вы сильно захотите. И пройдем в следующий зал, там вас тоже ждет сюрприз. Сейчас вы ахнете. Вот это да. Куда к ходу попали, что ли? Здравствуйте, все прошли? Нет. Еще раз здравствуйте, гости дорогие. Рада видеть вас я в гостях у нас. Вот хожу и гуляю я под предприятием нашего города Ярцево и смотрю, какие замечательные предприятия выросли. Сколько много работ провели, какие замечательные люди вышли из этих предприятий. Смотрю, и мой свекор висит, фотография его. А вы знаете, кто это такой? Клудов Алексей Иванович. А вы знаете, что он сделал для города нашего Ярцево? Основал. Можно его назвать отцом основателем нашего города Ярцево? Посмотрите, какую фабрику он воздвиг, какая фабрика была. В полном объеме можно видеть на нашем макете. А я последняя владелица фабрики. Вы узнали меня? Конечно. Вы узнали меня? Да, конечно, конечно. Что? Так кто я такая? Клудова. Клудова? Да. Не дочка Клудова, а невестка. Да. Жена Михаила Алексеевича Клудова. Вот пришла показать вам, как город... А? Мужа помер. К сожалению, вдова я стала. И детей-то не осталось от мужа. Похоронила мужа и сама фабрики стала править. А потом, к сожалению, другие обстоятельства были. Предлагаю вам посмотреть кино о нашем городе Ярцево. О вашем, о нашем городе Ярцево, как он вырастал и какие предприятия были у нас в городе Ярцево. Присаживайтесь на наши места. Надо еще банкетки принести. Мы постоим. Присаживайте, занимайте места. Сейчас еще принесут свободные места. Садитесь. Сейчас еще принесут банкетки. Да. Сядем раньше. Главное, пирожок не уронить. Пирог главное. Надо чуть-чуть подвинуть, наверное, банкетку, что здесь вот будет. Чуть-чуть туда.
На 23 бойца. Ах, сколько нас в то лето осталось на высотке, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Еще Костелло Коля не поднял самолета, и пропасть отделяла от весны. Еще не лег матросов на жало пулемета. Была среда, четвертый день войны. Светло. Я, наверное, умер. И привиделось мне, будто я у ворот вижу дом мой родной, чугунки на заборе. Топчут вдовы фокстротом, бежут безутешное горе. И слепой гармонист мимо нот, а вокруг без конца и без края широкое поле. И навстречу бежит моя мама с криком «Живой!». Уж такая нам выпала, братцы, счастливая доля. Отчего же так хочется плакать, возвращаясь домой? Можно говорить очень много, потому что это, я не побоюсь сказать, что это не заживающая рана. И пусть она болит долго, потому что эта боль пробуждает в нас сознание, сознание бережливости к своей родине, бережливости к своим людям, к своей земле. И чем дольше мы будем это помнить, тем больше мы сможем рассказать своим детям, своим внукам об этом страшном времени. И я считаю, что это долг каждого из нас помнить. И это все очень хорошо показал наш бессмертный полк. Это просто было настолько потрясающее вообще событие. Я не могу сказать зрелище, потому что не зрелище, это событие, это... Такие вещи в нашем сердце, в нашей душе, которые никогда не сотрутся, никогда не забудутся. И на этом стояла и будет стоять русская земля. Победа. У слова сладкого победа есть горький и соленый вкус. Пройдя сквозь горести и беды, познав и радости, и грусть, она шагает по планете и принимает смертный бой, чтобы в мире жили наши дети и на земле царил покой. Спасибо большое.